Здравствуйте, с вами магазин AirPods 64. Сегодня у нас на распаковке AirPods 2. Они поставляются вот в такой коробочке с надписями, с логотипами. Также указан серийный номер, который на сайте пробивается как оригинальный. Сейчас мы откроем коробочку. Она такая у нас плотненькая, картон хороший, на ощупь приятный и соответствует оригиналу. Здесь у нас идет инструкция по подключению. Написано, как их лучше подключить, чтобы удобнее было использовать. Сейчас вот достаем из кейса и произведем первое подключение. Мы открываем их, и у нас высвечивается то, что наши AirPods ранее не были подключены, и следуем инструкции, чтобы подключить AirPods. Нам нужно нажать на тыльной стороне кнопочку и удерживать, пока AirPods не подключатся к iPhone. Вот произошло первое подключение AirPods. Мы их достаем из кейсика, кладем рядом. Кейс можем закрыть. Здесь мы нажимаем «Готово». Переходим в настроечки. Bluetooth. Вот здесь наши AirPods. Они сразу переименовываются по имени iPhone. Также мы видим то, что у нас можно произвести настройки каждого наушника. Датчик автообнаружения ух. Микрофон. То, что в каждом наушнике есть свой микрофон. И также, если мы, допустим, делаем забыть это устройство, то у нас прописывается то, что наши наушники отображены в нашем iCloud. То есть при подключении наушников к iPhone они прописываются в iCloud и принимают участие во всех ваших iPhone.